Куба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем. Да, наконец-то, ребята, в террариум, ты сам понимаешь, надо было подготовиться, прям реально надо было подготовиться, чуваки, потому что у нас впереди Плантера. Ребята, да, вот этот вот босс, который, ну блин, не знаю, ребята, сможем, не сможем. Мне кажется, конечно, сможем. Ну что же, я, в принципе, тут подфармил, и боссов надо было подфармить, чтобы бур надо было сделать, короче, слабый. Вот, а бур у меня, ну ничего, родной, ничего страшного. А, в принципе, я тут и хлорофитовую руду, и арену уже сделал, чувачки, и черепаш, и панцирь, мы с тобой броник сделаем, так что все должно быть хорошо. И сегодня будем мы, конечно, с Плантерой сражаться. Ну, как это будет, конечно, ну блин, тут понимаешь, если мы ее не убьем... Блин, это вообще печально будет. Почему? Объясняю. Потому что цветочек вот тут, вот лампа Плантеры, она может заспавиться где-нибудь, не знаю, где-нибудь тут вот. И опять же надо нам арену эту делать. Это жесть. Или здесь где-нибудь в середине. В общем, такие дела. А, давай комментарии прочтем, ребята, давайте. Ля, ребята, перед началом комментариев, кстати, хочу показать Ренатик. Блин, огромное ему спасибо, арты делает. Квас там, священная фляга кваса. Блин, родной, спасибо тебе огромное. Ну что же, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Ролик, как обычно, офигенный, я подготовил пару советов. А истинный Эскалибур стал наносить в разы больше урона, чем истинная Грань Ночи. Смотри-ка, она крафтится из Эскалибура. Кстати, ребята, ну блин, я хочу Терамеч. Блин, я помню, это вообще мега имба. А, больше не выпускает снарядов, но зато наносит гигантский урон вблизи. Длинные ролики самые кайфовые. А, у меня кончились советы. Блин, спасибо тебе огромное, братишка. Приятного аппетита. Поубивай Реброна. Господи, я помню. Да, у него там, на нем можно кататься, на маленьком, да? Ты помнишь? Но, блин, хлорофит истинного Эскалибура, черепашьего сета Плантера. Вот это капец будет. Терраунитаз. Там, кстати, боже, чуваки, сейчас такой хайп идет на... Ой, господи, на туалеты, блин, ну вы, наверное, видели эту анимацию, мне кажется, там уже YouTube весь, как бы, полон этими унитазами, скибиди-доп-доп-доп, и это ужас просто, ребята, как обычно, то ждем, да, удачного прохождения, ребята, извините, что так долго, конечно, продолжение было, прошло уже 3 недели, но что делать, летучий голландец, да, там я помню, давай случайный комментарий, фигура 2, 2 лайка. С еще ник 2 был вообще. Привет, советую сделать флаконы. Их можно делать на наполнитель флаконов, а он продается у знахаря флаконы. Можно сделать из проклятого пламени, жал и так далее. Да, да, я на самом деле это уже делал, типа отравление делал. О, пройди тыквенную луну для метлы. Лучше мало. Кстати, да. Вот это на самом деле нужно нам пройти. Крафтит терроботин. Наталья. Титановые слинки можно добыть из хардмодных ящиков. Пробачить надо. Что, серьезно? Блин, офигеть, я даже не знал. Потому что я все жалился, ребята, типа титановой брони нет. Но сейчас она, в принципе, нам не нужна, потому что мы с тобой черепашу сделаем. Строим очень большую арену для Плантеры. Так на последней фазе она будет на первой космической бегать. А также радую NPC, покупаю столбы. Короче, мы сейчас поглядим, что получится, ребята. Приятного просмотра. Ребята, кое-что интересное. Мы же с тобой, знаешь, что можем сделать? Ребят, дайте мне использовать эту штуку, пожалуйста. О, спасибо. Короче, куда мы сейчас сходим? А давай эмблему воина получим. Она вроде как еще должна дополнительный урон нам давать. Давай попробуем. То есть сейчас мы идем с тобой уничтожать. Кстати, и проверим стенку плоти. Сможем ли мы вообще убить? Да, ребята, знаю, что надо было еще пофармить-то, в принципе, нормально ХП. Не знаю, насчет арены. Вот мне сказали, что прям огромную, громадную. Там еще мне также сказали, что ее можно немного влево, либо вправо там чуть сделать. Так, кукла Вуду. Безделик, чуваки. Все, гид убит, бедный гид. Ну что же, погнали. Сейчас поглядим, что будет вообще. Сможем ли мы ее завалить? Не, ну, если мы ее не завалим, это будет пипец. Ой-ой-ой. Это будет, чуваки, тут никакой Плантеры не жди. А, ну мы, в принципе, ее как-то... А мы можем ее вот так даже. Тихо. Да, эти говнюки сейчас нас будут... А, ну, в принципе, нифига ХП нормально сносит. А нам вообще что-то пофигу. 13
48 хипе всего! Трили? Офигеть, боже, какая имба. Да, ну как бы мы механиков победили, поэтому какая нафиг синкопоти, она вообще должна отлетать у нас. Скакивать, вот. Повезло! Боже, ладно, окей, блин, вот это. Так, мешок с сокровищами. Окей. Что у нас выпало? Давай посмотрим вообще. Эмблема лучника. Ничего страшного. Петарда. Ну пусть будет. Это мне вообще не нужно уже. Святой молот. Да мне их солить, блин. Все, чуваки, отправляй. Угу. Вот сейчас самое интересное начинается. Ребята, самое интересное. Блин, надеюсь, мы справимся. Конечно. Ну... По моим, ну, наверное, вы уже понимаете. Во-первых, братан, давай мы все-таки с тобой скрафтим броню. Не надо, вот на это. Ты, конечно, молодец, но давай броник скрафтим. Эмблему воина-то там мы получим, это все дела, там в шиммер сходим, все нормально. Так, что нам для этого требуется? Я уже хлорофита столько, блин, добыл. Фиг знает, куда его девать. 56. Нормально. Я думаю, пойдет. Итак. Интересно. Но нам нужно не это. Блин, офигеть. Черепашья, вот. Черепаший шлем. Черепашьи латы. Не хватило немного. Не, черепашьи ботинки, вот. 18, вообще идеально прям. Раз. И, чуваки... Бонус-комплект. Нападающий также получает двойной урон. Получаем урон снизу. Восходит кровавая луна. Вы серьезно? Ну зачем? Блин, кровавая луна, прикинь. Я бы тыкал, как бы завалить. Так, ну ладно. Что, в принципе, пофиг. Почему бы и... Да, нам хватит места. Короче, вперед. Ребята. Вообще, ты, наверное, интересуешься, что да как у меня, как я там. Последнее время, конечно, мы снимаем с тобой игры такие... Ну, все равно я стараюсь. Разносторонний контент, все дела, ребята. Тут, как ты понимаешь, ни один ФНФ и так далее. Уже сейчас ФНФ-то вообще практически нет. Вот. Да, было время такое у нас. Сейчас я, конечно, стараюсь, чтобы братишек радовать, чтобы это и то, и все сделать. Вот. Но, ребят, почему до сих пор там Don't Starve, да, нету? Я все говорю, надо сначала нам терку закончить и так далее. Потому что я понимаю, Don't Starve будет очень долго. Вот реально. Потому что еще вот не выходят ролики постоянно. Короче, нашел, ребята, подработочку, так сказать, дизайнеров. Вот. Помогаю там тоже братишкам и получаю много денег. Ну, сам понимаешь, монетизации нифига нет, поэтому приходится как-то вот так вот. И поэтому времени только и нахожу, вот, например, на какие-нибудь там лайтовые... Иногда просто чисто реакции даже сделаю, и все. Вот как-то так у нас происходит. Вот. Как-то так у нас происходит, ребята. Как вы там, ребят, напишите в комментариях, что да как... Как поживаете, как говорится. Так. Я знаю, можно порыбачить, конечно. Кровавую луну. Нам нужно в шиммер. Да, мы сначала туда пойдем с тобой. Блин, ну меч хорош. Меч хорош, ребят. Каким-то мы берем, полюбас. Ох. Конечно, с пантерой я давно не сражался. Я помню... Слушай, а как мы ее... Если что, ребят, я аж два раза проходил терку. Первый раз это мы не на... Господи, не на мастере. А, не на харде мы там проходили. Второй раз я уже там капец. Я вот не помню, что там мы с пантерой делали. Ну точно не с первого раза у нас было. Фиг ее с первого раза, блин. Тут уже можно не валить. Так. Падаем. Вот оно, чуваки. И сейчас мы с тобой вот так вот делаем. Все отлично. Осколок тьмы. Не то. Мак.
А кстати, вот это же можно призыватель не то. Нам нужен воин. Вот оно. Эмблема воина. Ребята, отлично. Итак, мы ее поставим. Да можем за место вот такой штучки, да. Место такое мы с тобой поставим и поглядим, что там по урону. Точно ли прибавилось? Ну, вроде бы да. Хотя это там штука вот эта хорошая, если честно. Капец, чуваки, ползуны, вы что творите-то? Не, ну мы их все равно. А, честно скажу, ну, джунгли это то еще испытание. Слушай, по-моему, круче мы стали атаковать все-таки. Можно снять, конечно, проверим. Так. Быстро сюда. Ну, у нас, конечно, плантера находится, блин. Далековато. Так, давай. Фрукты жизни где-то поблизости нам сообщают. Давай поищем, посмотрим. Как бы, знаешь, они лишними не будут. Полюбас. Отлично. Иди нафиг. Так, ну вроде они спавниться не должны. Так, нам нужно на самом деле вон туда вот. Повыше, 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 повыше. Там у нас плантера. Ребят, поэтому давайте, погнали. Отлично. Так. Не надо. Блин, ну что ж так творят-то, а? Конечно, выпиваем, бахнем немножко. Давай туда наверх. Что-то, ребят, я честно в последнее время очень сильно устаю. Ребят, да, немного жалюсь, все дела. А, просто говорю, мы играем в хардкорные игры. То есть, тот же самый Pizza Tower. Все равно я не особо, вот знаешь, с детства любил прям такие игры. Вот, и у меня скилл не особо заточен. Поэтому, бро, чтобы не кидайся тапочками. Вот. А еще плюс я для себя открыл интересную игру Hollow Knight. На самом деле таких много игр. Я уже про Hollow Knight тут не говорю. Интересная тема, может мы как-нибудь с братишками сыграем. Мы просто, я помню, играли один раз вместе. И это было реально весело, чуваки. Поэтому ставьте жирненький царский лайк, если хотите. Soul Knight. Там полюбасу уже столько обнов вышло. Так, где? Мы уже с тобой не туда. Ага, вот, чисто налево. Налево, 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 налево. Блин, фиг найдешь, а? Смотри. Давай. По факту просто вот на эту штуку надо сесть, да? Вы заколебали меня. Сундук лучше не трогать. Так, а все, все, чисто налево и все, чуваки. Так, что по хп? Что по хп, ребята? Так, вот эту вот тварь мы сразу уничтожаем. О боже, арена, да. Вот, приплыли мы с тобой. Вот и цветочек, браточек. То есть, понимаешь, надо, чтобы сейчас мы восстановились с тобой. И это будет битва, ну, капец какая. Блин, да, да чё, блин? Так, в общем, чуваки, мы продолжаем. Давайте, сейчас зарешаем, по-любасу зарешаем. Все, я готов, чуваки. Плантеру валить. ХП нормально. Оп, нифига, повезло, нормально. Хорошо, прям. Так, есть! 470! Вообще гениально! Смотри-ка, а? Ты смотри, что творит. Все, сейчас что мы делаем? Кофе, зелье скорости, регенерации, шахтера не надо нам, титана, все дела. И... Блин, а чуваки, вы исчезнете или как? Или вы все тут будете? Ну что, понеслась, чуваки. Она уже стреляет! Да ты чё? Ты чё, родная, творишь? Офигеть, офигеть. Мы вообще урон-то будем...
Блин, мой меч, конечно, что-то как-то... Офигеть, музяка! Как-то надо... Нормально, 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 братан! Офигеть! Я даже не помню, а что, реально была такая музыка? Так, что у нас по хпшечкам там? 47 тысяч. 47! Может, ну-ка, банана ранг. Как-то даже будет покруче. Банана ранг как-то даже и нормально стреляет. Тихо. Она ускоряется, как ты видишь. Ничего, мы с тобой сейчас вот так. Пешечка. Оу, май! Тут какие-то фигли-мигли. Так, попробуем все-таки. Тихо. Ну смотри, что там начинается-то, а? Блин, плантеру так зафигачить еще и тяжеловато будет. Этим мечом. Ну просто видишь, урон как бы он... Надо контролить прям. То есть как-то вот так вот, чуваки. Тихо. 27 тысяч. Ой-ой-ой, вот это вот сейчас дикая штука будет, конечно. Ага, вот, вот тут вот сейчас. Сейчас мы чуть не сдохли. Первого раза, блин. Фу, блин. Ох, родной, хорош, хорош. Вообще нормально. Блин, ну музыка топовая. Так, что у нас там? Ключ от храма, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот начинается сразу же. Блин, сейчас бы не сдохнуть от них. От плантера мы с тобой выжили. Так, святые ботинки, жало. Тихо. Блин, дай, там пушка, гранатомет. Капец. Так, мне нужен гранатомет. Так, грибочки. Не знаю, хочу его просто чисто, ребята, попробовать. Ну-ка, гранатометик, иди сюда. Да ёшкин кошкин, ля, родной. Ну, понятное дело, что играем за воина, все дела. Ля, тут, блин, фейерверк, ты гляди. Капец. Блин, какой крутой гранатомет, а. Улиточка ползет. Капец, чуваки. Что еще? Ключ от храма. О, боже мой, что там дальше нас ждет, ребята? Что нам там?
впереди. Не-не-не-не, иди нафиг, вот этот ползун, блин, чисто меня вынес. Я вообще в шоке. В общем, все, серия удалась, и это очень важно. Ребята, это прям, это вообще отлично. Это отлично, что серия удалась. Храм, в принципе, чуваки, ну можем сейчас сходить, поглядеть, да, чутка? Вообще посмотреть, что да как. Храм у нас где вообще? Вот он, внизу. Вот эта тварь, я ее ненавижу больше всех. Ну реально. Боже ты мой. Фух, чуваки. Ну я очень рад, что с первой попытки мы с тобой завалили Вантеру. Потому что ты понимаешь, если бы мы завалили, блин, опять арену там и т.д. и т.п. Так, хорошо. Что, ребятки? Так, есть. Круг жизни где-то там. Нам вон туда вообще нужно. Куда ты там выкидываешь, братишка? Что ты выкидываешь? Такое нельзя выкидывать. Давай поглядим вообще, что там есть, ребята. Но потом надо будет обязательно нам, конечно же. 500 было бы хп. Да господи, что вы, блин, в моей смерти хотите, а? Ой-ой-ой, это я знаю, это я знаю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, чувачки. Мы какими-то, мы знаешь, типа окольными путями вообще пошли. Потому что это не вход. Вход у нас где-то справа. Так что нам туда. А может сейчас второго босса сразу и завалим, а? Попытаюсь. Ну блин, там все с ловушки эти. Блин, идите нафиг. Странные шершни. Как же они бесят. Смотри, что творят, а? Так. Вниз, 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 чувачки. Идите нафиг, еще это! Гигантская черепаха. Так. Слушай, я прям вообще окольными путями какой-то пошли мы с тобой. Боже мой. Боже ты мой. Так. Ну что, доберусь я сегодня до темницы. Все-таки. Блин, сейчас скажи, что еще не тот вход. Не, реально, погоди, а где вход? Родной, погоди, 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 погоди. Блин. Да ёшкин кошкин. Нифига тут хлорофита было. Это я упустил. Блин, попробуй еще вход найди. Кажется, что он там и был, блин. Зря я куда-то уходил. Ну, это понятное дело, что нельзя. Нельзя, ребята. Естественно, разрушить. Так бы, конечно, офигенно было бы. Мы бы с тобой легко зашли. О, ты серьезно? Здесь вход? Нифига, мне золото тут капает. Вот здесь был вход. Спасибо. Так, ну что же, во-первых, вот так я. Нифига, это я спасаю, ребята. Ну что, заходим, родные. И помираем сейчас, через секунду. Ой-ой-ой, какая-то вода, блин. Я уже и забыл. Офигеть, видишь, кнопочка там такая замечательная, кнопулечка, которую лучше никогда не нажимать, ребята. Ну, на ловушку. Там две.
Это меня бесит, что... Видишь, он медленно так... Так, фрагмент солнечной плиты. Это найс, конечно. Есть. Ой, батарейка. Ящеров! Тихо. Так, так, печь ящеров. Давай что-нибудь, не знаю, жало там. Фрагмент солнечной плиты. Ну какой сундучок. Кстати, ПП у меня не так уж и много. Офигеть, они мой сундук уничтожили! Гребаные. Смотри, что происходит. Так. Блин, попробуй еще доберись до сюда, да? Тихо! Не надо тут. Говнюк какой, а. Так, ну все, механа, ребята. Полюбас. Гранатометом, чуваки! Ладно, ребят, в следующей серии мы, понятное дело, что сюда сходим, побродим. Ребят, ставьте жирненький царский лайк, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.